день. Ядринский район. Арпа-Павлова, конезавод. Вот приехал на скачке. Лошади выходят на финишную прямую. Чувашские коневладельцы задумаются над тем, чтобы приобрести из скаковых лошадей, не только российских, чтобы мы могли, может быть, не выиграть, но конкурировать с марийскими коллегами. Давайте задумаемся об этом на будущее, потому что пока, наверное, нам попроще, а по скаковым лошадям тяжеловато. Итак, награждение проводит глава Ядринского района. Андрей Леонидович Сафронов. Аплодисменты. Оперетта Макарова Анна 24 числа тоже выиграла она. Резвость 1:59.3. Кубок уходит в дружественную Марийскую республику. Объявляется перерыв 20 минут, и нас ждет самый интересный кубок. Бегов – это малый кубок Поволжья, средний кубок Поволжья и большой кубок Поволжья. Сейчас активность на сцене, лотереи, и через 20 минут ждем всех у беговой дорожки, чтобы узнать, кто же станет победителем. Живи в солнечной Чувашии, живи на родной земле. Доступное жилье в районе Солнечный. Звоните 41 400. Обувь, компания «Удача», совместно с ООО «Четыре участия», проектная декларация на сайте «Лучше21.com». Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш замечательный розыгрыш. И, конечно же, снова я зову прекрасную нашу Ольгу ко мне на сцену. И кто? Вот, давай, поднимайся ко мне, да, вот.
Сегодня очень красивые, миленькие у нас сегодня девочки. Как тебя зовут еще раз? Женя. Женя, отлично. Ну что, друзья, прямо сейчас Женя будет вытаскивать те самые счастливые купончики. Поэтому, друзья, ближе к нам, ближе к сцене. И, конечно же, мы прямо сейчас разыграем два сертификата на Чебнефть с суммой на 3000 рублей каждая. И, конечно же, ценные призы от Транстех, сервис Mitsubishi и от микрорайона. Аплодисменты, четвертый конкурсант. Аплодисменты, пятый конкурсант. Давайте мы с вами еще раз. Надо двух оставить. Нет, одну. Хорошо, еще раз. Первый конкурсант. Второй конкурсант. Один, друзья, еще раз повторяю. Друзья, купонщик 641. Еще медленнее, друзья, повторю. 641, друзья. Тоже, кто тот самый счастливый человек, который получит замечательные призы от микрорайона Солнечный, от Транстехсервис, Mitsubishi и, конечно же, Чебнеф. Также, конечно же, самый главный сегодня наш партнер, организатор, это Ядрин Молоко. Нету, друзья, того самого счастливчика. Ну, мы идем дальше и... Женя вытаскивает следующий купончик. И 278, друзья. Еще раз, 278. Кто же тот самый счастливчик? Поднимаем выше ручки, друзья, кто у кого... этот купончик 278, не устаю я повторять. И повторю еще раз, друзья, 278. Нет, друзья, никто не бежит к нам. Ну что ж, Женя утаскивает следующий купончик. И 436, друзья, 436. Уф, друзья, найдитесь уже 436. Может, кто-то доедает шашлык, и для них я повторяю, 436, друзья. Кто? Поднимаем ручку, чтобы мы вас видели, друзья. 436. Друзья, впереди нас ждет замечательный заезд, поэтому мы не можем долго ждать, поэтому Женя вытаскивает следующий купончик и называет нам эти прекрасные числа счастливые. Ну и 532.